Здравствуйте. Сегодня я расскажу о том, как проводить профилактику простудных заболеваний, ну и также, как лечиться от этих самых простуд, когда только-только вы простудились. Что нам для этого понадобится? Нам для этого понадобится чеснок, разделочная доска. Вот я уже чеснок, одну дольку облупил. Для этого потребуется ножик, ножницы и пачка салфеток. Вот такие приспособления, пожалуйста, приготовьте. Вот, и через некоторое время я покажу вам, как конкретно всем этим пользоваться, чтобы у вас не было простуды гриппа. Вот теперь смотрите. Значит, салфетка. Берется салфетка и режется на две части. Все очень просто. Так, и откладывается пока на время в сторону. Дальше чеснок. Значит, чеснок режется очень-очень-очень мелко. Вот, значит, я думаю, что для хозяек это проблем никаких не составит. Раз, два. Меленько-меленько. Так, потом это отложим, это нам уже не надо. Значит, каждую салфетку, каждую половинку салфетки складываем два раза. И делим наш чеснок примерно на две части. Так, вторую сейчас салфеточку тоже пополам. Так. И кладем этот чеснок посередине салфетки. Вот так вот. Даже много получилось. Ну ничего, сейчас вы посмотрите, как все это выглядит на самом деле. Так, все, сделали. Две заготовочки. Значит, сворачиваем одну, вот таким вот образом. Скручиваем. И скручиваем точно таким же образом вторую. Раз. И вот так вот. И потом все вот это вот засовываем в левое ухо и в правое ухо. Сейчас я камеру переключу и покажу, какой я буду красивый перед вами сидеть. Вот смотрите, так это выглядит. Уши заткнуты вот этими салфеточками. Вот я не зря сказал, что нужно салфетку обязательно свернуть два раза, чтобы она не промокла, чтобы чеснок вам в уши не высыпался. Вот вместо салфетки можно использовать кусочек марли или бинта, но тоже нужно складывать два раза. Вот просто чеснок в уши запихивать ни в коем случае нельзя. Вы там все сожжете. Вот, тем более некоторые умельцы запихивают чеснок в нос. Этого делать категорически я не посоветую, потому что обоняние нам дается один раз, и нужно прожить так, чтобы обоняние у вас работало хорошо. Вот и все. Через какое-то время вы почувствуете, вот так вот в носу у вас появился запах чеснока. Этот чеснок, вернее фитонциды чеснока, она очень хорошо так насквозь продирает всю носоглотку, попадает в нос и в рот через дихтящую трубу. Вот, и в результате все болезнетворные микробы у вас умирают. Вот, и вы с утра просыпаетесь здоровеньким и годным. Держать вот эти тампоны нужно, ну, не знаю, я обычно держу где-то с полчаса, например. Вот, ну, можно поменьше, там, 15-20 минут, вполне хватит. На сегодня все. Не болейте. До свидания.